Сатурна. Сергей Николаевич Жуков. Матч Сатурн Факел М 2-0. Ваш комментарий. Добрый вечер. Ну, сегодня как бы тяжелая была игра. Встретили очень хорошего организованного соперника. В целом, по первому тайму, как бы доводили атаки до завершающего удара. В принципе, было преимущество. Хотя, так сказать, соперник тоже огрызался, хотя старался повать быстрые атаки. В целом, в принципе, первый тайм провели достойно. Не забили пенальти. Второй тайм уже играли, так сказать, по счету. Играли по счету, хотя имели игрока одного преимущества. Не забивали. Провели хороший матч. Хороший матч. Жалко, так сказать, не было болельщиков, которые нас очень хорошо поддерживали за трибунами стадиона. Поэтому эта победа посвящается им. Уж кроме них у нас пока нет никого. Команда идет на первом месте. Нет никакой, так сказать, поддержки руководства нашего района. Ни встреч, ни диалога. Я думаю, так сказать, у нас будет время, возможность встретиться, поговорить о дальнейшей судьбе нашей команды. Все-таки Сатурн заслужит большего и лучшего внимания. Все-таки хотелось бы какая-то, чтобы была перспектива у ребят, которые, так сказать, защищают честь нашего города, нашей прекрасной команды. Поэтому всем спасибо и ребятам, и болельщикам за ту самоотдачу, за то желание в каждой игре проявлять себя, совершенствоваться, расти и добиваться хороших результатов, к чему, так сказать, мы будем стремиться. Сегодня заявки не было Владимира Тянина. Володя был на заявке, просто получил небольшое повреждение в тренировочном процессе, решили, так сказать, не рисковать, он разделся, так сказать, в случае каких-то форс-мажорных ситуаций, мы, конечно, естественно, его выпустили. Но так как мы вели по счету и имели территорию, не стали рисковать его здоровьем, просто дали, так сказать, ему возможность нормально восстановиться, чтобы он готовился уже в Обнинске, ходил в старт или решим на замену. Так что он в обойме пошел тренироваться. Компенсацию получается. Спасибо.